Всем привет, друзья! Небольшое краткое видео об этом белоснежном BMW X3, привезенном под заказ для нашего клиента Антона. Поедет данная машина у нас, друзья, в Москву. Набережная Цесаревича, вид на золотой мост и белоснежный BMW X3 дизельный на полном приводе для нашего клиента Антона. Двухлитровый дизель X-Drive 20D, 2019 год выпуска, друзья. Вчера мы забрали данную машину с таможней, прошли лабораторию, и сегодня же она отправляется в транспортную компанию и поедет железной дорогой до Москвы. Прикрепили наши фирменные рамки. Друзья, не всем, к сожалению, рамки достаются. Иногда они очень быстро заканчиваются, что поставщики не успевают нам их даже подвозить. Светодиодная оптика. BMW Adaptive LED. Ну, к ней, как всегда, никаких вопросов. Да и вообще, в целом, к BMW никаких вопросов быть, наверное, не может. Есть камера заднего хода, есть парктроники. Летняя резина. Очень красивое хромированное литье. Темный хром, я его так называю, резина Pirelli. Размерностью 245/50/19. Салон у нас исполнен в темных тонах. Темная кожа. Панорама. Коврики. X-Line. Как всегда, конечно, что водительское место, что место пассажира имеет электропривод. Пожалуйста. Сделано в Америке. Еще раз подтверждение высокого качества BMW. Так, задний ряд. У нас есть, друзья, шторочки, как всегда. Не раз уже вам X3 показывал. Интересный, конечно, кроссовер. Воздуховоды для задних пассажиров. Уже обратите внимание, USB Type-C плюс и подогревы задних сидений. Подстаканники, подлокотники. Как всегда для BMW характерна подсветка. Давайте посмотрим, что у нас по низу. В целом все хорошо, о пробеге чуть-чуть позже. Багажник очень хороший, вместительный, большой. Управление вторым рядом. И на электроприводах, как всегда, закрываем и помчали по своим делам. Противотуманный фонарь сзади. Сейчас все источники света включил. Зона под ручками в пленке. Контроль слепых зон. Память на две персоны. Автомобиль в очень хорошем, друзья, состоянии. Боковины не просижены. Пробег у нас, друзья, 37 тысяч километров. Ну и давайте посмотрим, что у нас вообще по салону, по месту. И давайте начнем, наверное, с водительского места. Сейчас вот очень удобно устроился я за рулем. Соответственно, сидушка отрегулирована под меня. Есть у нас подогрев руля. Пожалуйста, климат. Подогрев сидений, селектор, управление мультимедиа. Мультимедиа у нас, друзья, на английском, потому что штатно, к сожалению, не зашит здесь у нас русский язык. Пробег, пожалуйста, обратите внимание. Есть и проекция, если вам будет видно. Вот, видно, да, проекцию. Ну и в салоне запах, конечно, BMW присутствует. Запас хода 180 километров показывает.
руль тоже греется по всему ободу, и он в хорошем состоянии. Вот сижу я сам за собой, очень удобно. Можно, соответственно, отрегулировать упор. И давайте посмотрим еще вот сейчас, что по месту сзади в таком формате. Сажусь я сам за собой, проваливаюсь сильно ниже, чем сидел впереди. Сижу выше, то есть второй ряд опущен вниз, и очень удобно сидеть. Место хорошо. И, пожалуйста, вот тут еще раз индивидуальный климат. И шторочка, и индивидуальный еще и свет. Ну, в общем, потрясающе. Или улыбаться просто вот такое безоблачное небо. Просто блеск. И, друзья, о ценах на BMW, конечно, я напишу в комментариях. А вот теперь выйти проблема, потому что вот в корейских машинах, друзья, часто от детей, знаете, когда можно там закрыть. И, соответственно, мне придется сейчас... Так, а здесь тоже закрыто. Вот, друзья, я оказался заперт в машине, и теперь надо мне открывать как-то двери и вылазить оттуда. Закрылся сам в BMW, не могу выйти теперь. Выбрался-то я такие, друзья, с BMW X3. Серьезно, видимо, сзади у корейца ездили дети, и он закрывал двери. Вот эта штучка. Вот, и пришлось, друзья, мне перелазить на переднее сиденье, чтобы вылезти. И вот такое тоже бывает. Ну что, такое краткое видео по BMW X3 получилось. Всем отличного настроения, друзья, хорошей вам погоды, весна, тепло, хорошо. А мы работаем, если вам нужен автомобиль из Японии, из Кореи, из Китая, друзья, пишите нам. Всевозможные варианты посчитаем, привезем на самых выгодных условиях в самые кратчайшие сроки. С вами команда vrlcar.ru.